Друзья, всем-всем большой привет! Я снова пропала на неделю, но у меня была уважительная причина. Я уволилась с одного большого проекта и взяла себе, в общем, несколько дней на то, чтобы перезагрузиться. Время безмолвных раздумий и не особо было настроение, чтобы появляться здесь. И в сегодняшнем обзоре у меня аромат из категории «Не сегодня». Когда мне присылают новую посылку с новыми запахами, я всегда их разделяю на ароматы, которые хочу прям вот здесь и сейчас снять, и ароматы, которые, как правило, лежат у меня в коробке минимум полгода, и вот сегодня как раз я решила все неприятное сделать сразу в одну неделю. У нас с вами будет обзор на аромат от бренда Alhambra, который называется Musk Vanilla. Я думаю, судя по названию, уже можете догадаться, почему я так браковала и не хотела долго снимать на него обзор. Первая причина, конечно же, в названии. Не особо люблю мускус, плюс ваниль тоже, как правило, не моя нота, а в сочетании два этих элемента дают, как правило, не особо классный результат. Ну и сам аромат у нас выполнен в направлении мансеровской истории роза-ваниль. Сейчас покажу вам флакон поближе. Сколько бы я ни пробовала парфюмов от этого бренда, мне не понравился ни один. Возможно, просто потому, что такие доставались. Как правило, они очень липкие, вонючие, приставучие, слишком чрезмерно сладкие. Мансера был любимым брендом подруги моей мамы, и когда я училась в школе, она часто мне дарила такие прям очень сладкие ароматы, потому что, наверное, считала, что школьницы, девочки любят что-то сладкое, такое конфетное, но вот, наверное, один раз я воспользовалась, и потом он у меня стоял на полке. Я прям такая с детства почему-то еще, кстати, интересный факт, со школы я не люблю сладость в парфюмерии, тягала всегда мамины ароматы, свежие, древесные, иногда такие прям вырви глаз, но вот всегда любила что-то, где отсутствует сладость. Хотя в жизни я невероятная сладкоежка, для меня самое сложное вообще контролировать количество поедаемого сахара, обожаю и шоколадки, и мармеладки, и все, в общем, самое вредное, самое любимое. Ну да. Сладости много уже на старте, но, что интересно, здесь пробивается нотка такого лимонного леденца, прям яркий сладко-лимонный привкус на старте. Аромат сладкий, но пока что не кричащий. То есть такой приемлемый уровень сладости здесь, допустимый. Вот прикольная нота, правда, такого лимонного леденца отыгрывается, дает ему интересность. Мускус, конечно, мне кажется, уже сейчас пробивается, ваниль тоже. Ну да, наверное, вот лимонный леденец, причем здесь именно ощущение, что не кислота лимонная, не цедра, а вот прям ощущение, что лимонная конфетка какая-то, сладкий лимон, лимон с сахаром, как хотите, понимаете. Ваниль и немного мускуса. Да, но больше все-таки вот лимон плюс ваниль. Давайте посмотрим на пирамиду композиции. Запах, кстати, нормальный. Он довольно повседневный. Заявлен он, кстати, как унисекс, по-моему, не сказала вам в самом начале. Но мне кажется, что все-таки больше такая женская история. Да, смотрим на пирамиду композиции и будем разбираться. Ну что, друзья. Достаточно простая, кстати, пирамида, здесь очень мало нот, и они здесь почему-то не поделены, что у нас на старте, что в сердце, что в базе, просто общим набором идут. Лимон, белый мускус, ваниль и кедр. Да, ну вот я предполагаю, что у нас лимон, белый мускус и ваниль отыгрываются в самом начале. Скорее всего, в сердце будет точно такой же набор нот, и все это выльется в древесину кедра, где-то в базе должен он раскрыться. Аромат, кстати, заполнил всю комнату. С двух пшиков, мне кажется, теперь разнесся по всей квартире. Сейчас, наверное, еще на улицу выйду, там тоже будет на километры разливаться. Предполагаю, что шлейф у него будет прям хороший. Посмотрим на стойкость, посмотрим, как он раскроется, изменится ли здесь допустимый уровень сладости на какой-то критический. Все проверю и вернусь к вам, буду рассказывать. Ну что, друзья, у нас с вами прошло чуть больше 2 часов.
не могу с ним ходить дольше, честно скажу, устала, поднадоел, абсолютно не мой запах, но пусть вас это не смущает, просто не подошел мне, потому что сладости для меня многовато, и мускуса на мой вкус положили здесь с избытком, скажем так, но на него очень много положительных отзывов. Я прям даже не ожидала, специально зашла проверить, там более 200, по-моему, комментариев, и подавляющее большинство из них хвалебные. Поэтому могу сделать вывод о том, что если вдруг вам нравится мансеровская история роза-ваниль, оцените, полюбите, будете пользоваться. Я надеялась, что он в целом не особо изменится. Так практически и произошло. Единственное изменение, которое здесь случилось за 2,5 часа, исчезла нотка лимонного леденца. И как по мне, это большое упущение, потому что именно она придавала ему такую веселость, интересность, какую-то, вот знаете, легкую, игривую ненавязчивость. И когда она пропала, собственно, на выходе мы получили ваниль и мускус. Да, заявленная древесина не проснулась. Возможно, мой нос ее просто здесь не расслышал, но я как-то прям ждала момента, пока кедр начнет проигрываться, не случилось. Шлейф у аромата заметный, но я бы не сказала, что километровый, как думала в самом начале. Шлейф здесь близок к середине. Ну и стойкость тоже не скажу, что будет какая-то впечатляющая. 2 часа он держался просто вот отменно, не потухал ни на секунду. Сейчас вот спустя 2,5 уже начинает так подвыветриваться, поэтому я думаю, что часов 5 максимум он продержится на коже, на одежде, волосах наверняка дольше, но я не советую вам наносить парфюмы на одежду, потому что бывает такое, что появляются неприятные пятна, и потом их тяжело, либо невозможно вывести. Вот, но на коже, думаю, часов 5 он протянет. Теперь, что касается основных акцентов, здесь даже не знаю, что дополнить еще. Старт классный. Правда, старт понравился даже мне, приемлемый уровень сладости был, да, прикольная, легкая такая лимонная кислинка, ваниль приятная, сливочная, очень тягучая, знаете, пироженковая такая, кондитерская ваниль, но вот в раскрытии что-то он мне совершенно не зашел. Сладость со временем раскрытия поднялась, она, конечно, не достигла критического предела, но, тем не менее, уже достаточно заметная, поэтому, если вдруг, как я, сладкие ароматы не любите, вам не подойдет точно. Кислинка лимонная исчезла, ваниль начала проигрываться более ярко, мускус стал более заметный. А сказать, кроме этого, что-то еще, ну, не скажу, потому что пирамида не особо разнообразна и богата на акценты какие-то. В целом, все, что было заявлено, мы услышали, кроме, пожалуй, кедра. Но это, возможно, мой нос как-то его не воспринял. Советовать, наверное, буду только тем, кто пробовал вот мансеровскую версию. Да, остальные, пожалуйста, с осторожностью. Если вас заинтересовала пирамида, если любите сладенькие ароматы, если любите вот такую кондитерскую ваниль, можете тоже, в принципе, попробовать. Цена у него вполне доступная, отзывов, комментариев много, можете все изучить. Я обычно, кстати, всегда самый дотошный покупатель, я всегда все читаю, прежде чем что-то покупать, поэтому вам рекомендую делать то же самое. Там, в принципе, у всех мнения плюс-минус на него схожие. В целом, я рада, что у меня дошли до него сегодня руки. Наконец-то гора с плеч. У меня, правда, еще в категории ароматы не сегодня лежит примерно штук 6, и некоторые из них, мне стыдно признаться, но лежат уже почти год. Там вроде ароматы осенние остались, поэтому, наверное, думаю, что ближе к концу августа уже начну их потихоньку доставать со дна коробки, и будем с вами вместе пробовать что-то новое. Вам я желаю прекрасного дня, видеться теперь, думаю, будем с вами почаще. Не забывайте, что до конца лета меньше недели, поэтому успевайте сделать все, что запланировали, веселитесь, наслаждайтесь и вдохновляйтесь какими-то яркими событиями, прежде чем мы войдем в длительный затяжной период осени и зимы. Прощаюсь, всем пока!